Bobei. Și poate următorul concurent ar fi unul dintre ei. Andrei Zaiaț din Șofrâncani, raionul Iedineț, și-a încercat soarta în fel și chip. La volanul troleibuzului, l-a șlefuit lemnul, l-a curățat nucarii și l-a modelat pielea. Dar niciuna din ocupații nu i-a luat locul cailor, cu care are o legătură aparte, una profundă și bazată pe încredere. Первое знакомство с лошадью произошло как раз перед самым моим расставанием с школой. Отец купил лошадь в колхозе. Я вот с этой лошадью проводил довольно-таки немало времени. Для меня это слишком примитивно просто ездить на телеге. Нужно что-то такое, что не умеет никто. Зоря у меня с 4,5 месяцев сразу в первый же день взялся за ее дрессуру. Постепенно, с маленьких шагов. После этого уже происходит полное доверие лошади. Когда она уже понимает и осознает, что этот человек не может причинить ей боль. Лошадь и собака держат ответственность за человека перед Богом. Эти два животных, и я в этом убедился, являются самыми умными из одомашненных животных. Это мое мнение, и мало кто со мной будет спорить. Я не считаю это талантом, я считаю это просто способностями и стремлением идти в одном направлении. Это, по-моему, восточное какое-то, да, китайское. Япония, Китай. Да. У нас этого еще никогда не было. У нас, если бьют так палкой, так, чтобы... Мы хотели нажать на кнопки, я и Нику. Тане это понравилось, потому что это такое мужское, настоящее. Но долго на это нельзя смотреть. Я хотел сказать, как еще в момент дрессуры был поэтому интересен, потому что это и фрумос, видит, как я мучил, только что репета очень часто. Da, la fel, e de admirat tot stilul de viață pe care îl aveți, dar, într-adevăr, nu știu dacă mai departe ați avea cu ce să ne impresionați. Спасибо большое! Ждем вас в следующий раз, но с лошадью и с орлом. В следующий раз? Это когда? Через годик. Через годик на Молдова летали. Спасибо. Успехов. Агент Марко.